Современная молодежь успевает все – учиться, отдыхать и трудиться в студенческих отрядах, на благо не только родной Сморгонщины, но и всей страны. Их энергии и энтузиазму можно только позавидовать. На прошлой неделе приступили к работе студенческие отряды экологического профиля. Ребята оказывают помощь Сморгонскому опытному лесхозу. В последние годы желающих стать участниками студенческих отрядов в области, да и по всей стране, становится все больше. Как организовать свой отдых, каждый учащийся решает сам. Бойцы трудовых студенческих отрядов предпочли провести время весенних каникул с пользой не только для себя, но и для природы. Общая площадь питомника составляет 44 гектара. Вот. Образован питомник вообще в 1969 году. Коллектив постоянного лесного питомника за результаты работы 2023 года награжден грамотой Министерства лесного хозяйства и присвоено звание «Образцовый питомник». Вот. Мы уже не первый год получаем это звание среди всех лесных питомников, которые подчинены Министерству лесного хозяйства. В рейтинге наш питомник за 2023 год занял второе место. Очень успешно помогают студотряды. Не первый год они у нас работают. Уже и в прошлом году работали, и позапрошлом. То есть результат есть. За время работы они могут выкопать где-то порядка 200 тысяч сеянцев. На данный момент они выкапывают сеянцы сосны двухлетки. Где-то 30% будет выкопано именно с помощью детей. Студенческие отряды – это эффективный способ грамотно организовать деятельность подростков в свободное время, воспитать любовь к труду и приобщить к заботе о малой родине. В период с марта по октябрь 2023 года отработал 31 студенческий отряд, а это 442 человека, из которых 336 до 18 лет. В 2023 году студенческие отряды осуществляли свою деятельность в области сельского хозяйства, образования и охраны окружающей среды. В 2024 году планируется трудоустроить в составе студенческих отрядов 462 человека. Ежегодно принимающими организациями для участников студенческих отрядов по обеспечению наибольшего количества рабочих мест являются Сморгонский комбинат хлебопродуктов, строительно-монтажный трест номер 41, жилищно-коммунальное хозяйство, жилищно-ремонтно-эксплуатационная служба Сморгонского района, Сморгонский лагерь «Орленок» и Сморгонский опытный лесхоз. Понаблюдав, с каким энтузиазмом ребята трудятся, можно утверждать, что у них есть силы и, что самое главное, желание в свободное от учебы время поработать и собственным трудом получить свои первые деньги, а также на время почувствовать себя самостоятельными. В студенческом отряде я принимаю второе участие. Мне рассказали об этом в школе, что нужна помощь в лесхозе, и пошел сюда работать. Время тут проходит очень быстро и весело. Мы стали одной большой командой. Я считаю, что БРСМ занимается такими очень важными делами. Заработанные деньги хочу потратить на обновление гардероба, так как приближается лето. Хочется чего-то свежего, яркого, нового. Я считаю, что наш труд очень важен и очень значимый для нашей любимой Сморгонщины и для Республики Беларусь. Все студотряды работают 10 дней, поэтому ребята продолжат трудиться и после каникул. Кто-то получит первую зарплату, для кого-то это уже не первые заработанные деньги. Неоценимым останется и трудовой опыт. А еще это новое знакомство и общение. Ради этого ребята возвращаются сюда снова и снова. В студенческом отряде я работаю уже второй раз. Первый раз работала на хлебозаводе. Это очень хорошая работа. Тут можно прилично заработать. Заработанные деньги я собираюсь потратить бабушке на новый телефон. Тяжелая ли эта работа? Эта работа не тяжелая. Мы работаем всего лишь пару часов. Лес – это наше национальное достояние. 40% Беларуси покрыто лесами. Мы должны сделать все, чтобы сохранить зеленые легкие нашей планеты.